Привет всем, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. Пришла очередная посылка с Алиэкспресса. Вот такие вот прикольные часики. На самом деле, самая такая менее гиковская вещь из всего того, что я видел вообще на Алиэкспрессе, либо заказывал и покупал, но они прикольные, я повелся на цену. То есть мне предложили купить 3 таких штуки, всего-навсего что-то там за 190 рублей. Ну прям вообще аппетитная цена, потому что такие часы, по-моему, один экземпляр стоит что-то там в районе 150, а там продавец, видимо, устраивал какую-то акцию. Ну просто сейчас она прошла, но я как бы успел их схватить. А вы как прекрасно понимаете, что я не могу как бы рекомендовать какого-то продавца, пока не получу, соответственно, товар и не сделаю его обзор. Почему я их купил? Я просто когда смотрел каталог магазина, я обратил внимание, что, ну, если посмотреть, да, далеко ходить не надо, учитывая, что они немножечко толстые, очень сильно похожи на ремешок смарт-бенда от Sony. То есть это спортивный трекер, это часики. Выглядят прикольно, только они шире, а вообще они напоминают, ну, получается, трекер от Sony. Давайте посмотрим, как они показывают время. Тут имеется одна кнопочка, надо на нее нажать. И показывается время. Есть очень много цветов, есть черные. Я взял, кстати, 2 черных, 1 белый. Уже подарил. То есть это, можно сказать, было куплено на подарки, потому что очень красивые, элегантные и дешевые подарки. И при всем при этом вроде как функциональные. Белый браслет я вряд ли кому-то подарю, потому что, смотрите, время показывает очень плохо, то есть хорошо видно в клубе, в темном помещении, на улице, допустим, поздно вечером. Но вот так вот днем время не посмотреть, потому что, ну, очень плохо. Хотя на картинках выглядело здорово. Таких часов имеется несколько штук. Такие часы были синие, оранжевые, черные, белые. Но я еще раз говорю, я советую покупать черные, потому что белые на картинке смотрится огонь, по факту, да, смотрите, то есть, ну, видать, вот этот вот лишний силикон, потому что у них и материал разный. То есть здесь материал на ощупь как силикон. Да, то есть чувствуется, как будто бы на вот этот каркас натянули сверху еще пленку. Если посмотреть, да, вот так вот, я не знаю, видно, не видно, они толще. Они немножечко толще, скорее всего, из-за этого покрытия. А это вообще как будто бы пластик. То есть реально, вот как вот эта вот ведерко для мусора, вот точно такой же простой пластик. Вот, здесь, в принципе, обычными отверточками маленькими откручивается вот эта вот крышечка, и там меняется батарейка. Мне пришло все полностью заряженное, в хорошем состоянии, то есть нареканий никаких нету, но вот в комментариях, получается, у этого продавца люди писали, что некоторым приходят почему-то уже часы, которые не включаются, и нужно самостоятельно менять батарейку. Вот, но я так предполагаю, что это бич вообще многих таких вот китайских устройств, потому что они штампуют пачками, я думаю, не парятся, просто лишь бы вставить батарейку. Вот, мне пришли нормальные. Здесь, обратите внимание, магнитик и еще специальный держатель. То есть, в принципе, мало того, что они крепятся магнитиком, можно как бы их еще вставить. То есть, чтобы, если вы занимались спортом, еще вот этот вот физический крепеж держал часы на руке. Вот, то есть, давайте посмотрим. Сейчас, я не знаю, услышите вы щелк, не услышите, щелк. То есть, оно соединилось и как бы не расходится. Можно регулировать, то есть, они на самом деле очень-очень большие на мою руку, а у меня рука далеко не маленькая, нарезали комфортно. Соответственно, как менять регулировку, сейчас я вам покажу. Покажу на белых часах, потому что мы их регулировали. Отсоединяется эта штучка, то есть, мы видим, здесь вот так вот она вылазит. Да, то есть, вы просто ее снимаете, обрезаете ненужное, то есть здесь довольно-таки большой ход, очень много чего можно обрезать, то есть можно сократить их размер в 2 раза, то есть вот такие вот, что они прям на маленькую детскую ручку налезут. Ну и, соответственно, после чего вставляете обратно вот этот вот держатель, то есть снимается очень легко, и часики будут под ваш размер, потому что я подарил их подруге, соответственно, рука у нее не такая, как у меня, часы у нее висели. И я ей объяснил, как подрезать. То есть получается все очень легко и просто. Но вот эти вот кнопочки, это просто элегантные вставочки, они не нажимаются. Ну, наверное, самая бестолковая вещь, которую я покупал. Но если брать их вот 3 штуки за 190 рублей, подарок прям офигенский. С вами был Владимир, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте палец вверх и посоветуйте еще что-нибудь такое вот прикольное в подарок с Алиэкспресса. Пока и до скорых встреч!